Добрый день, друзья! Мы начинаем эфир программы «Торгуем с FIBA Group». И сегодня у нас в гостях начальник отдела аналитики компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, добрый день! Да, здравствуйте, Игорь! Чем, на ваш взгляд, сегодня наиболее интересно поторговать? Какие торговые идеи модны? Ну, сегодня, в принципе, уже, как в приветствии говорил, необходимо было, естественно, покупать доллар. В принципе, я активно покупаю, и об этом также писал у себя на странице Facebook, о том, что необходимо было покупать также и фунт. Несмотря, в принципе, даже на то, что вышли, ну, мягко говоря, такие смешанные данные, да, по рынку труда в Великобритании. Несмотря на все это, скорее всего, и валютная пара евро-доллар удастся развивать более мощное восходящее движение в среднесрочном периоде. Ну и аналогичное, в принципе, и валютная пара фунт-доллар. Почему мы наблюдаем сейчас вот такую смешанную динамику, особенно если мы говорим о долларе США? В принципе, на сегодняшний день очень активно продолжает доллар падать, терять позиции против практически всех валют. Ну, скорее всего, одним из наиболее значимых событий, это, естественно, является Китай. О нем уже все неоднократно слышали, достаточно активно обсуждают. К чему, в принципе, все эти действия Банка Китая могут привести в глобальном масштабе? В глобальном масштабе это может привести лишь к тому, что в сентябре Федрезерв отменит, ну, точнее, не примет решение о поднятии основной процентной ставки, о котором уже неоднократно анонсировалось ранее. Если же действительно Федрезерв не поднимет основную процентную ставку, то по основным валютным парам доллар будет достаточно активно терять позиции. Предлагаю сейчас сразу же перейти на график для того, чтобы посмотреть и более детально, скажем так, поговорить о определенных, о конкретных валютных парах, о том, какая сейчас ситуация, ну и, собственно, какие торговые решения можно принимать. Да, конечно, давайте посмотрим. Видим ваш экран хорошо. Да, вот замечательно, смотрим. Я еще сегодня писал о том, что валютную пару евро-доллар необходимо было покупать, когда она была на уровне 1.1080. В принципе, сейчас мы с вами увидели достаточно значимый уровень сопротивления, был пробит. Это 1.1115. О чем это говорит нам? О том, что, скорее всего, следующая цель, после вполне возможно достаточно такой мелкой коррекции, пойдет рынок к уровню 1.1210. Но если перейдем на более крупный временной период, то мы с вами увидим следующий уровень значимый. Это 1.1250. То есть краткосрочные цели, это приблизительно до конца текущей недели, мы видим отметку 1.1220, 1.1210. Скорее всего, на любых коррекциях, на любых откатах, вплоть даже до уровня 1.1080, есть смысл открывать длинные торговые позиции, торговать именно по данной валютной паре на покупку. Но сегодня, уже внутри сегодняшнего дня, открывать сделки с достаточно короткими целями я бы не рекомендовал. Почему? Потому что, в принципе, запас входа у данной валютной пары исчерпан. Да, если мы знаем, что, в принципе, в среднем валютная пара евро-доллар входит внутри одного дня порядка там 110 пунктов, то сегодня мы с вами уже видим восходящий импульс на 130-140 пунктов. Как следствие, наращивать длинные позиции уже нет смысла. Скорее всего, необходимо фиксировать прибыль, если есть длинные позиции, открываемые ранее. Почему? Потому что, ну, высокая вероятность коррекции, высокая вероятность отката. При этом нам необходимо сместиться на более мелкий временной период. И мы с вами видим, что ближайший уровень поддержки – это 1.1120. Если будет пробит данный уровень поддержки, то сразу же с вероятностью порядка там, 60-80% мы с вами увидим откат как минимум к 1.1080, 1.1085. Поэтому по всем открытым длинным позициям я рекомендую сместить защитного держка лосс в диапазон от 1.1115 до 1.1120. Вот где-то в эту область. Это для тех, кто все-таки рассчитывает на дальнейшее укрепление этой пары. Смещаемся на пару фунт-доллар. С моей точки зрения, на сегодняшний день она еще более интересная. В принципе, есть потенциал движения вверх. Отметил специально область поддержки 1.5550, от которой, в принципе, я открывал длинную позицию. Сейчас уже спустил защитный ордер стоп-лосс на 2 пункта ниже цены открытия.
Но первая цель, жду все-таки отметки 1.5660. Собственно, вот такие цели до конца текущей недели по данной валютной паре. К сожалению, моя любимая валютная пара, которая демонстрировала неплохие результаты, по которой достаточно неплохо у меня получалось зарабатывать на протяжении последних, там, наверное, месяца, чуть больше, о которой мы также и с вами неоднократно говорили, это пара доллар США, канадский доллар. Я все-таки рассчитывал на движение к уровню 1.34, возможно, 1.3.50. Мы видим пробой вниз, поддержки на 1.30. Я уже вышел со всех длинных торговых позиций. В принципе, они закрылись в плюс, но значительно меньше плюс, чем я ожидал. И теперь можно будет рассматривать покупки по данной валютной паре исключительно от уровня 1.2900. Если же цене удастся приблизиться к 1.2900, то в краткосрочном перспективе с очень-очень короткими стопами, ну, максимум до 40-50 пунктов, будет возможность набирать достаточно серьезные позиции. То есть, если не будет разворота от 1.2900, то, скорее всего, мы с вами увидим более глубокую коррекцию, а она может у нас продлиться вплоть до уровня 1.2600, ну, возможно, даже чуть выше, 1.2650. Вот такие у меня цели по данной валютной паре. Сейчас я вне рынка по доллар-доллар, канадский доллар. Понятно. Следующее, что это, посмотрим золото, ну, пожалуй, наверное, один из наиболее на сегодняшний день интересных активов, если мы не говорим о валютном рынке, это золото. Почему? Потому что, по сути, я также уже неоднократно отмечал данный канал и говорил, что пробой в любую сторону открывает достаточно серьезные перспективы. Пробой вверх уровня сопротивления 1, ну, точнее, 1103 доллара, там 1102, 1103 доллара, открывает путь минимум на 20-15 пунктов вверх. Собственно, мы увидели с вами тест предыдущие свечи на уровне в 1119 долларов, но, скорее всего, приблизительно за следующие две недели, точнее, даже, возможно, за неделю, мы с вами увидим как минимум тест в 1130 долларов. В среднесрочной перспективе, если же Федрезерв не поднимет основную процентную ставку, то по золоту я ожидаю примерно 1145, в лучшем случае 1150 долларов. На самом деле, скажем так, Банк Китая достаточно серьезно подсолил Америке, с моей точки зрения. И это может привести к тому, что все-таки доллар США будет терять позиции, и темпы роста экономики США тоже могут существенно снизиться, потому что мы смотрим с вами, да, по отчетам основных компаний, крупнейших компаний, которые активно сотрудничают с Китаем, в тот же Apple, и мы сейчас видим достаточно серьезный негатив для крупных вот таких вот компаний. Поэтому, скорее всего, это отразится на экономическом росте Соединенных Штатов Америки, что, в принципе, уже указывает или является сигналом для, ну, как бы, приторможения при принятии решения о ужесточении монетарной политики Федрезерва. Поэтому я все-таки склоняюсь к дальнейшему укреплению золота. Первая цель, это, ну, первая цель, если мы говорим о краткосрочных перспективах, это 125, ну, вполне возможно, в 1125 долларов. Вот это такая очень короткая цель. Буквально тут на 6 долларов, да, при ограниченных рисках. Но среднесрочные цели очень серьезные, вполне там до 1150-1145 долларов мы можем с вами увидеть вплоть до середины сентября. Угу. Вот такая ситуация. По основным валютным парам. Ну и, собственно, золото. Понял вас. Спасибо большое, Роман. Если вы остановите демонстрацию, то... Ага. Идет. Ну что, я все-таки рискну по евро-доллару. Посмотрю сейчас, что на короткой дистанции можно будет схватить. Так что пожелайте нам успеха. Естественно, но если на короткой дистанции, то смотрим, если ниже вернемся 1.1140, 1.1138, то, скорее всего, мы сходим вниз еще пункта на 20-30. Хорошо. Все, удачи вам. Да, спасибо огромное. Удачи. До свидания.